В России ненужную изношенную одежду начали пускать на половики и коврики примерно со второй половины 19 века. Ветхие вещи резали на лоскутки, связывали между собой в уточную нить и ткали половики. Их можно было встретить в каждом доме. Сейчас в магазинах изобилие ковровых изделий. Половик стал редкостью, именно поэтому вернул себе былую популярность. В моду вошел народный стиль. Половиками теперь застилают пол, покрывают диваны, украшают стены. Многие ткут их сами. Я вижу в ткачестве, в принципе, целую философию жизни. Из какого-то уже вторсырья создаю новые вещи, которые могут пригодиться мне в жизни. Мастерицы ткут половики на горизонтальных деревянных станках, как делали в старину. Сооружения громоздкие, особенно для размещения в квартире. Зато ткать на них быстро и удобно. Самое сложное, говорят опытные ткачихи, сделать новину, то есть заправить в станок нить основу. На это уходит около 9 часов, столько же на изготовление всего половика. Это навой, туда навивается основа, и вот отсюда она будет, как мы будем ткать, и постепенно сюда у нас будет уходить готовое изделие. Процесс ткания монотонный и требует терпения, поэтому современная цена на готовые половики высока – от 700 рублей за метр. Между тем, всегда можно соткать коврик из ветоши своими руками. Все, что для этого нужно – крючок и свободное время. Вязать, например, можно и во время просмотра телевизора.